Жителям Твери предлагают выгодный обмен. Обменять старую шапку на новую. Можно сдать старое изделие и приобрести новое с хорошей скидкой. Выбрать подходящий вариант для зимы и межсезонья, стильный и в то же время качественный, помогут на выставке «1000 шапок». Там представлен огромный ассортимент более чем 40 российских производителей. Это и вязаные шапки, и меховые, расшитые бисером, также в наличии есть и платки. Каждый посетитель сможет найти свою модель и приобрести ее. Основной сегмент представленных моделей – это изделия из меха. Для сильных морозов идеально подойдут шапки из лисы и норки. Из андатры и нерпы водоплавающих животных хороши для дождливой погоды. Есть варианты с комбинированного меха. Они универсальны, их можно носить в любую погоду. Для тех, кто любит выделяться из толпы, оригинальные модели ярких цветов, расшитые бисером. К любому головному убору можно подобрать в комплект варежки и перчатки, которые будут идеально сочетаться и согревать в холодное время года. Огромный выбор изделий в сдержанной цветовой гамме представлен и для мужчин. В ассортименте товары только от российских производителей из 40 регионов страны. Среди них новосибирская фабрика. Это сибирское качество, а значит, головные уборы будут согревать не один сезон. Порадует покупателя и цены. Изделия представлены без наценки, напрямую от производителя. Всего ассортимент включает в себя около 1000 изделий самых разных моделей из разных материалов. Выставка работает в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском переулке 29 до 20 декабря включительно. Действует акция. Можно сдать старый убор и приобрести новый с хорошей скидкой. Здесь же помогут определиться с фасоном и цветом. При необходимости можно оформить кредит или рассрочку.